Привет! Сегодня мы посмотрим пистолет для подкачки колес пневматический Intertool PT0505 с манометром. Вот такой коробки. Вот сам пистолет. Вот таким образом он качает давление. Так, это резиновая трубка. И сам манометр, прорезиненный манометр. Вот, ну, в принципе, такой достаточно удобный, мощный пистолет. Поэтому, если вам нужен пистолет или какие-то другие принадлежности для вашего автомобиля, обращайтесь к нам.